У вас есть личные страхи? Я знаю о страхах только из рассказов других людей. Дело не в том, боюсь я чего-то или нет. Я сделал себя таким. Внутри меня происходит только то, что я хочу. Внешние ситуации не могут всегда складываться так, как мне этого хочется, но внутри меня происходит только, что я хочу. Поскольку это мое пространство, здесь все должно происходить по-моему. Почему вы или кто-то другой должен определять мое внутреннее состояние? То же самое касается и вас, не так ли? То, что происходит внутри вас, должно определяться вами на 100%.